Я не был знаком с Сергеем Магнитским. И все, что я знаю из радио, газет, интернета. Я восхищен этим человеком, восхищен его мужеством. И для меня большая честь, что вы меня сегодня сюда пригласили. Мне хотелось бы разделить с вами этот вечер, этот день рождения замечательного человека. И как тут не вспомнить Булата Акуджаву? Совесть, благородство и достоинство – вот оно, святое наше воинство. За него не страшно и в огонь, протяни ему свою ладонь. Лик его высок и удивителен, посвяти ему свой краткий век. Может, ты не станешь победителем, но зато умрешь, как человек. Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелой грозди сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешение. А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя Дарьи. В черно-белом своем преклоню перед нею главу. И заслушаюсь я и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заглубится закат, углом залетая, пусть опять и опять предо мной проплывут наяву. Белый бур, и синий орел, и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечно живу? И когда заклубится закат, по углам залетая, пусть опять и опять предо мной проплывут наяву. Белый бур, и синий орел, и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Борис Пастернак. Снег идет к белым звездочкам, в буране тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятенье, все пускается в полет. Черной лестницы ступени перекрестка ворот. Снег идет, словно падают не хлопья, а в заплатанном салопе сходит на землю небосвод, словно с видом
чудака с верхней лестничной площадки, крадучись, играя в прятки, сходит небо с чердака. Потому что жизнь не ждет, не оглянешься из святки, только промежуток краткий, смотришь там и Новый год. Снег идет густой, густой, в ногу с ним стопами тени, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой. Может быть, проходит время, может быть, за годом год следуют, как снег идет, или как слова в поэме. Может быть, проходит время, может быть, за годом год. Снег идет, и все в смятении. Убеленный пешеход, удивленное растение, перекрестка, поворот. Снег идет, снег идет, снег идет, снег идет. Свет в окне, все влюблены, и все крылаты, и все поют стихи Булата. На этом береге туманном и смерти нет, и свет в окне. На этом береге туманном и смерти нет, и свет в окне. На этом береге зеленом, где дом снесен и вспыхнул кленом, и смерти нет, и свет в окне. Все корни тянутся к свободе, и все поют стихи Володи. На этом береге зеленом и смерти нет, и свет в окне. На этом береге зеленом и смерти нет, и свет в окне. На этом береге высоком, где бьется музыка потоком, и смерти нет, и свет в окне. Царит порука круговая, и все поют не уставая. На этом береге высоком и смерти нет, и свет в окне. На этом береге высоком и смерти нет, и свет в огне. На этом береге туманном, на этом береге зеленом, на этом береге высоком. Что происходит на свете? А просто зима, просто зима, полагайте. Полагаю, я ведь и сам, как умею, следы пролагаю в ваши уснувшие раны.
ранней порою дома. Что же за всем этим будет? А будет январь. Будет январь, вы считаете? Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками вьюги старинный буквально. Чем же все это окончится? Будет апрель, будет апрель, вы уверены? Да, я уверен, я уже слышал и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель. Что же из этого следует, следует жить? Шить сарафаны и легкие платья из ситца. Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует жить. Следует жить, ибо сколько в юге не кружить. Недолговечно емко мало, я был. Так разрешить же в честь новогоднего руку на танец сударыня вам предложить. Месяц серебряный шар со свечой внутри и карнавальные маски вокруг. Вальс начинается, дайте ж сударыня руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Вальс начинается, дайте ж сударыня руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Остается только присоединиться к словам Юрия Левитанского. Следует жить и шить сарафаны, и будет апрель. Память о Сергее Магнитском поможет нам в этой надежде. Спасибо.